2135 по атак, ребят, у него. 961 по идее, 589 скорость атаки. Это я вам дроп сразу, не дроп, а показываю сразу РБшку. Руны души, ребят. Алибарда с него падает. Перчи-боты, ДК и Талума, ребят. Ну вот, перчи-боты, ДК и Талума. Это хорошие, в принципе, вещи, да. Так что, в принципе, можно сказать, что он, ну, нормальный, ребят. Блеска на оружие, кстати, падает с шансом меньше, чем перчи-боты Талума, ребят. Перчи-боты Талума 7,2%, блеска на оружие 2%. Блеска на доспех 18%. Клетка лунжирный танк, яйца РБ ранка и могильство разрушения. Это на трех. Книга с него еще падает, ребят, 70%. Божественное вдохновение, язык оригинала. И от 1 до 2 репутации клана, свитков. Ну, вот такой дроп. Прочитай про него сразу, чтобы потом... Вот он стоит, мы поняли, да? Чтобы просто потом... А это может быть поздно, потому что мы очень быстро убиваем РБ. Вот. Red Wolverine 66. Последний титан, скрывающийся глубоко в пещере титанов. Его тело ничем не отличается от тел других, младших титанов. Но зато он обладает старинными знаниями о цивилизации древних титанов. Поняли, да? Это чуть ли не последний титан. Ну, и прям так и зовут. Видите, последний гигант утен. Гигант титана — это однохуйственное название. То есть 900 тысяч у него. Вот. Короче, сейчас судно нам приведет его. Я короче, бафуюсь и сливаюсь. Так, бафом еще 30 минут. Я танцую, в смысле, и сливаюсь на лимит, и судно нам приведет. Под хайдом, ребят, не забыть хайд нажать. Суда нам приведет под хайдом, сагрет РБ. Только помнишь, суда, куда его можно? Смотрите, ребят, сейчас покажу. Пока еще не... Смотрите, ребят, вот сюда, если вы фармите, если дальше, чем вот этот... Вот тут, дальше, чем вот этот угол отведете, он обратно убежит. Он вернется на рез. Помнишь, суда, да? Не дальше, чем этот угол. Вот в этот угол танком вставать. Все, теперь, ребят, бафаем. Я потом добавлю этот хайд, когда... Так, бафаем обычные бафы. Сейчас. Помнишь, да? А то он на рез, ребят, убежит, если его выше отвести. Он убежит к себе на рез, и вы такой, о, что такое, блядь, куда он пошел? А он пошел на рез, блядь, ему похуй. Так, Зилот Френзи. Так, не то нажал. Зилот Френзи. Так, Зилот Френзи. Так, Титан, давай этот хайд. Пов. Из пати вышел. Все, суда, веди. Я хайд захуярил. Все, ждем здесь. Вот суда сейчас нам приведет. Да, можно, если бы я варков все время был в пати, он бы мог хайд обновлять. Но мы варка выводим, ребят, чтобы опыт получали, да, персонажи. Вот шилочка, там видите, как они хорошо качают. Ну, 62-е тут все. Вот, выводим из пати, ребят, из-за этого. Чтобы... Здесь очень сильные мобы, чтобы вы понимали. Просто зачистить эту поляну сейчас нельзя. Потому что что? Потому что да. Просто поверьте, блядь, очень сильные мобы. Так, все, блин, ассист. Сейчас я всех девах ассист возьму по себе. Ассист. Бить. Бью только РБ, ребят. Бью только РБ, пока все взял. Так, стоечку сейчас на всех окнах нажму, прожму, ребят, стоечку, с вашего позволения. Сейчас немножко буду подлагивать. Когда я льта буду, чтобы стоечку прожать, ребят, я это... Бьем только этого, РБ. Мы просто настолько сейчас сильные, что бьем просто только РБ. Остальных похуй вообще. Так, сниму я эту... Хотя будет с сонатой, блядь. Сонатой теней. Или сниму. Ладно, здесь сниму, чтобы красивее, блядь, выглядеть. Ебашим только РБ, ребят. Видите, танк терпит. Мы сейчас быстро заебашим, потому что мы что? Потому что мы бьем 17 тысяч критами. 18. На, просто 18 тысяч критами, блядь. Ебаный, это без лимита, ребят, это пиздец. Нет, лимита только что кончится. 5 тысяч, 9 тысяч. Блядь, я не успел даже... Я не успел же... Съебались охранники. Умер ваш утенок, блядь. Съебались, говорю. Охранники еще какое-то время вас бьют. После того, как вы уже убили РБ, они продолжают вас бить, блядь. Ну что, ничего целого, да? Лезвие алебарды 7 штук. Книга древних, божественный вдохновитель, язык оригинала. Клетка ложной зеленка. Прокладка ДКшных сапог. Руна души 6 штук. Выкройка из запечатанных перчаток Талума и выкройка перчаток кристаллов тьмы. 8 кусков говна она надавала. Сейчас почитаю.